Я вообще не ожидал, я что так как бы откликнутся вообще вот массово и будут вот помогать. А кто-то еще до сих пор как сидит спокойно дома, пит и думает, что ну это где-то там далеко, мне здесь не касается. Да, тяжело было начинать это все одному. А 100 штук уже отправил. Материал у нас сейчас достаточно материала. Много чем помогать надо. Помимо печек, вот те же самые сборы на медикаменты, на спецсредства, рации, коллиматорные прицелы, прибор ночного видения. Та же форма, она быстро очень изнашивается. У вас, получается, на фронте тот сын, да, находится? Да. Угу. Сколько лет ему? Ему 40. Добровольцем. Помогать же надо. Мне предложили поучаствовать. Как изменились печи, вот те, которые вы делали в самом начале, и вот которые сейчас делали? В начале были просто круглые, потом попросили фронт, прям прямой заказ, чтобы была плита для разогрева воды, для приготовления пищи. В данный момент они самые-самые востребованные печки. Это прям с фронта нам говорится.